Тебе надо было встать оттуда и их пофоткать вот там. В нашей стране, демонстрируя всему миру признание семейных ценностей и идеалов на государственном уровне. В преддверии этого замечательного дня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником. Поколение, которое продолжает семейные традиции. И мы с огромным удовольствием приветствуем эти замечательные семьи Алтайского края. Семьи, ставшие образцом любви, верности и семейного долголетия. То, что вот эта общественная инициатива приобрела теперь уже статус государственного события, праздника, это, конечно же, подтверждает заботу государства и признание таких общественных инициатив на уровне высшего руководства страны, президента, наших законодателей уважаемых, правительства. И действительно, наверное, за последние несколько лет в поддержку семьи и ради семей в государстве, ну, принимаются беспрецедентные совершенно уже действия и решения. И мы видим, как все-таки и материально, и морально в различных направлениях поддерживаются семьи. Мы видим, как поддерживаются наши дети. И мы понимаем, что вся жизнь все равно связана с тем, что вы трудились и продолжаете трудиться, вы растили, продолжаете растить и детей, и внуков. Это, конечно, самая важная человеческая миссия. Поэтому
вот все, что сегодня, вот такой небольшой, короткий очень итог, который мы сегодня показали на экране, это лишь небольшая часть того, действительно, что очень важно. Важно строить детские сады, мы их строим, важно строить новые школы, важно проводить в них капитальные ремонты, и мы это делаем. Важно помогать сегодня близким, и мы это стараемся тоже делать. И наша, наверное, ну, национальная особенность и территориальная, то, что мы вышли уже сейчас за рамки только заботы о населении нашего края, нашей страны. Сегодня в рамках специальной военной операции наши с вами земляки несут тяжелую службу на Донбассе. Сегодня Алтайский край уже в рамках подписанного соглашения оказывает помощь Славяно-Сербскому району Луганской Народной Республики. И не только наши бойцы там находятся сегодня, там уже находятся наши специалисты. Там сегодня уже идет восстановление разрушенной жизни наших соседей, близких нам людей. И я бы хотел поручению губернатора сказать, что сегодня эта работа, она мобилизует настолько наши общие усилия, требует и больших сил, и понимания. И, конечно же, мы, значит, передаем слова особой благодарности не только нашим семьям, но и всем тем людям, которые сегодня, оставив свои семьи, поехали служить туда, работать туда. И Славяно-Сербский район, который мы посещали, там такие же люди, которые нуждаются в поддержке. Дети с Донецка уже сегодня отдыхают у нас, в Луганской Народной Республике будут отдыхать в нашей поддержке. Дорогие наши, мы вас искренне поздравляем от губернатора края Виктора Петровича Довенко, от правительства. Примите самые искренние слова благодарности за то, что вы сохранились в своей семье. Жизнь пройти не поле перейти, мы же все это понимаем. Вы растили детей, растите внуков, являетесь и в семьях, и в труде примером для нас. И сегодня вы получите заслуженные знаки признательности. Спасибо вам огромное и долгих, счастливых лет жизни. Сыновей, которые на примере своих родителей построили такие же крепкие, дружные семьи, передав эстафету лучших родительских качеств и семейных традиций своим сыновьям и внукам. Пожалуйста, фотография на память, аплодисменты всех присутствующих в этом зале и, пожалуйста, оставайтесь здесь, на нашей сцене, вместе с нами до окончания церемонии. Награждаются Устиновы Владимир Александрович и Валентина Тихоновна, Мамонтовский район. 52 года семейному союзу Устиновых. Оба супруга – выходцы из многодетных семей. Их отцы – ветераны Великой Отечественной войны. Всем своим семерым детям Владимир Александрович и Валентина Тихоновна дали достойное образование. Все дети создали крепкие и дружные семьи и подарили своим родителям 20 внуков и правнуков. Давайте разворачивайтесь сюда, чтобы вас всех видели. Вам аплодируют присутствующие в этом зале. Вы действительно достойны самых прекрасных слов, уважения и самых громких аплодисментов. Пожалуйста, оставайтесь на нашей площадке. Дубович Александр Петрович и Валентина Адамовна, Троицкий район. Процесс. И можно чуть-чуть поближе друг к другу, чтобы абсолютно все вошли в кадр. В этот день расцветают сердца всех.
торжественный старт. Спасибо большое, Игорь Борисович. Аплодисменты всем семьям, получившим высокую награду. Мы благодарим вас за вашу любовь и верность и просим вас занять ваши места в зрительном зале. Спасибо. Поддерживаем аплодисментами. Ну что ж, дорогие друзья, с праздником! Если это объединить все вместе, и тем, кому удается это создать в своей семье,
но это такой мощнейшей энергетики нет равных. А знаете, семья – это не только когда ты окружил себя, твои дети. Мне кажется, мы должны понимать, что семья – это семьи наших родителей, воспитавших нас, наши семьи, семьи наших детей, внуков. И когда есть такая возможность, конечно, это общность, которая объединяет людей, дарит жизнь, дарит простое человеческое счастье, общение, нахождение с друг другом. Это дорогого стоит. Я еще хотел бы отметить, что, и об этом сегодня уже говорилось, семью нам поддерживают не только добрыми словами, но и в наших непростых жизненных условиях. Это четкий ориентир для руководства страны, для законодателей, для того, чтобы мы, прорабатывая формы поддержки, приоритетно видели наши семьи. Не только многодетные, не только семьи, которым нужна сегодня материальная помощь. И вы видите, эти вот что касается семьи, поддержки материнства, детства, формы различных выплат носят не всегда адресный характер по нуждаемости в силу такого статуса. И мы это видим, поэтому я еще раз хотел бы всех в этом зале присутствующих, как уже сказал, в вашем лице, вашим родным, близким, вашим селам, городам, районам и всему нашему Алтайскому краю, которые вот так вот приверженцы этого правильного направления, передать низкий поклон и поздравить нас с этим праздником. Ну и позвольте вручить тоже те заслуженные награды и слава благодарности. Итак, мы продолжаем торжественную церемонию награждения. Награды вручает Даниил Владимирович Бессарабов. Медалью «За любовь и верность» награждаются семьи, супружеский стаж которых 45 и более лет. Итак, Каратенко Сергей Михайлович и Наталья Евгеньевна, Первомайский район. Вы, Сергей Михайлович, отлично. За 49 лет семейной жизни супруги Каратенко вырастили и воспитали 5 детей и дарят свою любовь 7 внукам. Будучи людьми с активной жизненной позицией, они и детям привили любовь к здоровому образу жизни. Сергей Михайлович по-прежнему ездит с ребятишками на соревнования, а Наталья Евгеньевна активная участница фольклорного коллектива. Дорогие друзья, мы тоже просим вас оставаться на площадке для общей памятной фотографии. Вот она, семья. Я девчонка, я росла одна в семье. И всегда хотела братика, сестренку. Ну, получилось так, как и двоих хотела. Но какое счастье, когда у меня теперь родился 5 внук, и когда они все ко мне собираются за одним столом, это такое счастье, большая семья. Всегда хотела быть большой стол, чтобы его накрыть, и чтобы вот они, да тяжело, когда они все приходят, бабушки пирожки стряпаешь, что-то готовишь, тяжело. Какое счастье потом, уже такое, знаете, облегчение, какое счастье, что они есть. Спасибо за ваш труд, а это труд. Семья – это огромный труд. Спасибо, что мы все живем в Алтайском крае, где вот эта чистота осталась, и осталось именно вот благодаря вам, вашим семьям, где ничто не испортило наших детей, потому что мы им это несем. Здоровья вам. Самое главное – здоровье. Быть всегда вместе. Любить. Понимать. А ведь когда проживешь, да, особенно больше 40 лет, ты не с полуслова, ты с полувзгляда понимаешь свою вторую половинку. Счастья вам, любви. Спасибо вам огромное, что вы есть. Итак, медалью «За любовь и верность» награждаются семьи, которые вместе 45 лет. Награждаются Гард Александр Андреевич и Галина Васильевна, Топчикинский район. Семья Гард образовалась 45 лет назад и по сей день живет в родном селе. У Галины Васильевны и Александра Андреевича родились и выросли 3 порядочных, трудолюбивых, хорошо воспитанных детей. Трудовые навыки родители прививали детям, ведя большое хозяйство. Наши вопросы задаем в бескрайних лабиринтах, от поиска нам никуда не деться. Но выход только тот найдет, кто каждый день из года в год стремится слушать собственное сердце.
Зале, это семьи, которые сегодня напитаются счастьем, радостью, общением друг от друга и поедут в свои родные села и понесут кусочку счастья и добра. Мы вас искренне поздравляем, конечно же желаем, чтобы таких семей в Алтайском крае становилось все больше и чтобы детей рождалось на нашей алтайской земле тоже как можно больше, и семей многодетных. Наша алтайская земля крепла многодетными семьями. Спасибо вам, с праздником, здоровья вам, благополучия и счастья. Итак, медалью награждаются семьи, которые вместе более 40 лет. Награждаются Коваленко Александр Николаевич и Мария Сабировна, Ключевский район. Александр Николаевич и Мария Сабировна вместе 43 года. Все время они принимают активное участие в общественной жизни села. Родители воспитали троих детей достойными людьми. Все дети женаты, имеют свои семьи, в том числе и многодетные. В семье Коваленко уже 5 внуков. И все уважаемые гости нашего замечательного праздника. Обращаясь к вам, отцы и матери, продолжатели рода человеческого, любящие и верные друг другу супруги, я хочу пожелать нам всем только и прежде одного – мира и согласия в ваших семьях, мира на нашей благодатной алтайской земле, мира в нашей огромной матери родине России и мира на той земле, которая нам тоже родная. Потому что и радость, и счастье, и дети, и все остальное, что являет нетленные ценности, без этой ценности, как мир на земле, становится сложным, порой проблематичным, а иногда и вообще невозможным. Я поздравляю вас от самой большой и, не побоюсь этого слова, самой авторитетной в нашей стране общественно-государственной организации Союза женщин России и нашего краевого отделения. Мы именно та организация, которая родилась в грозовом 41-м году и вот уже более 80 лет несет на своих знаменах эти два слова – мир и дети. И для семей большего счастья нет, чем дети. И для нас всех, сидящих здесь, большего счастья нет,
чем наши дети на нашей мирной земле. Поэтому примите от нас вместе со словами поздравления, я имею в виду всех женщин в этом зале, которые являются активистов нашего движения, пожелание вам здоровья крепкого, детям вашим здоровья крепкого, крепости семей, света, тепла, радости каждой семье Алтая и всей России. Ну и, конечно, пусть будет мир над крышами наших домов. С праздником вас, дорогие! Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, и все те представители молодого и совсем юного поколения, которые присутствуют сегодня в этом замечательном зале. С 2008 года Министерство социальной защиты населения Алтайского края чествует здесь лучшие, яркие примеры настоящего семейного подвига. Нас всех спрашивали на входе, что, по вашему мнению, становится секретом создания прочной семьи, таких семей, которые присутствуют сегодня здесь. И у каждого есть свой секрет. Но большинство из них, конечно, объединяют слова «любовь», «терпение», «уважение друг к другу» и, самое главное, традиционные ценности. Наша страна, наша Россия является сегодня таким огромным островом традиционных ценностей, здорового образа жизни, пропаганды того, за счет чего человечество вообще сохранилось за все сложные тысячелетия своей истории. И также сидящие в этом зале являются и для Краевого совета отцов, и для всей родительской общественности края примером того, какими должны быть семьи. В каждой семье бывает всякое. Бывает и подуют сквозняки, бывают и недоразумения, но ваш пример, когда мы смотрим сегодня на вас, говорит о том, что мои 18 лет совместной жизни — это еще совсем детский возраст. И вы говорите нам, что впереди еще многие-многие десятилетия, когда можно хранить друг другу любовь, верность и уважение друг к другу. Низкий вам за это поклон. Спасибо. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем церемонию награждения. Медалью за любовь и верность награждаются семьи, чей супружеский стаж составляет 30 и более лет. Хмелевский Анатолий Зельбунович и Вера Петровна, Бийский район. За 37 лет совместной жизни семья Хмелевских воспитала троих замечательных детей и уже имеют троих внуков и одну внучку. За свою педагогическую деятельность Анатолий Зигмундович и Вера Петровна неоднократно поощрялись благодарностями. Своим добросовестным, уважительным отношением к труду они показывают достойный пример своим детям. Памятная фотография, мы просим вас остаться на площадке. Неизменен порядок на свете, за зимою приходит весна, незаметно все слеем сети. И однажды лишаемся сна, дома отчего тихую пристань покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой, и за любовь, за собой любовь. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. И несется стремительная юность на прекрасной цветущей земле, чтобы жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться.
вернемся домой, где семья и любовь, и верность, на которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. На небесах, но точно знает, что они регистрируются в наших органах ЗАГС. И сегодня в Алтайском крае будет зарегистрировано 213 новых семей. Открою секрет Полишинеля. Хотелось нам сюда живую, молодую пару сегодня, которую зарегистрирует брак, привести. Но юность и та часть, которая связана с регистрацией брака, она очень феерично, быстро, и все сказали: ой, да это же очень долго участвовать в таком серьезном мероприятии. А вот те семьи, которые уже набрали силу, цвет, сохранили свои отношения, они, конечно же, сегодня здесь с нами. Заглянула в свои цифровые порталы ЗАГСа и посмотрела. 8 июля. 50 лет назад в Алтайском крае было зарегистрировано 116 семей. Да. 25 лет назад в этот день было зарегистрировано 153 семьи, а сегодня 212. Ну, налицо же, мы живем, мы развиваемся. В этот замечательный день поздравляю вас. Хотела бы, конечно, сказать о том, что семья — это действительно то, что держит человека, то, что сохраняет его сущность, его натуру человеческую, и то, что дает радость переживания всех моментов жизни, потому что нет только радости, есть и трудности, и очень сложно эти трудности переживать одному, когда отсутствует поддержка, а эту поддержку дает только семья. На юридическом форуме в неделю назад в Санкт-Петербурге, на международном, еще один раз вектор был подчеркнут, что российская государственность, российская духовность сохранена только благодаря нашим семьям и нашему семейному традиционному законодательству, которое теперь еще и в Конституции закреплено. Поздравляю вас, желаю вам тепла, мира, счастья. Ну и, конечно же, той радости бытия, которую дарит сегодняшний день, сегодняшняя погода. Дожди закончились. С праздником! Так, дорогие друзья, медалью награждаются семьи, которые вместе 25 и более лет. Награждаются Калинниковы Дмитрий Иосифович, Ольга Павловна, город Барнаул. Студент
Калинками Дмитрий Иосифович и Ольга Павловна познакомились в одном из снежных десантов. И вот уже 30 лет они вместе. Все трое детей семьи Калинниковых закончили художественную школу. Оба супруга поют в церковном хоре, а Ольга Павловна проводит еще и творческие занятия с детьми-инвалидами. Мы имеем пример их святой жизни, Петра и Февронии, но особо мы чествуем сегодня в этот день тех, кто живет рядом с нами и показал уже пример своей жизни для своих детей, внуков и для нас самих. Поэтому, конечно же, можно говорить очень много добрых пожеланий молодым семьям, молодому поколению, но вы сами знаете о том, что жизненный пример, тот пример жизни, который мы с вами, родители, показываем своим детям, он оказывает на них самое важное влияние. Конечно, телевидение, современные средства информации, они мешают нам дать много светлого, доброго нашим детям. Но мы и понимаем, и осознаем, что изолировать их не нужно от всего того, что есть в окружающем нас мире, а выработать в них правильное отношение, различать добро от зла, любовь от ненависти, научиться различать свои идеи чувства, чувства истинной дружбы, преданности, верности, научать правильному отношению к ценностям окружающих нас, которые являются незыблемыми. Вот это самое главное. И вы это показываете своим жизненным примером, своим отношением к тому, как относиться к тем или иным событиям, происходящим вокруг нас. И перед лицом тех или иных трудностей вы показали, что вы остаетесь верны друг другу, вы остаетесь рядом друг с другом, вы поддерживаете друг друга. И дай Бог, чтобы наши с вами дети и внуки, взирая на ваш пример, на наш пример, конечно же, постарались создавать крепкие семьи, не боялись рожать детей, не боялись их не только воспитывать, но передавать им те ценности, которые мы стараемся передавать из поколения в поколение. Божье всем благословение, с праздником! В этой акции огромная признательность и благодарность. Спасибо. Спасибо, Надежда Степановна. Эти аплодисменты звучат в ваш адрес. Хорошо. Дорогие присутствующие, здесь уже перечисляли все ваши и наши с вами титулы. А главный титул отцы и матери. И милые мои подруги по движению всех возрастов. Это не моя награда. Это собирали женщины всего Алтайского края. И прежде всего, не обижая города, скажу, это наши села, где селянки, независимо от возраста, сделали с любовью эти подарки солдатам. Поэтому я сегодня чувствую особую гордость за своих подруг по движению, за женщин Алтая. И не побоюсь повторить строки, тем более, что будет к месту. Всех чествуют сегодня. Сегодня моей бы семье, нашему браку было 55. Но в 52 года, когда мы прожили, муж ушел от меня в вечность. Он теперь там находится. Я светлую память храню. Так вот он писал: «Как вы прекрасны, женщина Алтая! О вас без устали с любовью говорим. Вы славите наш край, трудами умножая. Вы наша честь во всем, вы наш священный дым». Спасибо, милые женщины Алтая. Спасибо вам, уважаемая Надежда Степановна, и наши ближайшие подруги.
Божественной Академии Святой Общины ваши аплодисменты. Спасибо.